В этом видео я хочу вам показать явление конвекции на опыте. То есть мы с вами докажем, что горячая вода у нас переносится наверх, а холодная вода остается снизу. В красном стакане у нас содержится горячая вода, а в синем стакане у нас содержится холодная вода. Перевернем красный стакан так, чтобы он лежал над синим стаканом. Мы совместили горячую воду и холодную воду. Теперь нам осталось убрать перекладину и проверить, что будет. Вот такая вот конструкция у нас получилась, и мы видим, что сверху у нас горячая вода, снизу холодная. То есть конвекция подтвердилась опытом. Горячие слои жидкости у нас идут наверх, холодная остается внизу. То же самое с газами. Теплый воздух идет наверх, а холодный остается внизу. Теперь проведем этот опыт наоборот. То есть мы будем переворачивать стакан с холодной на стакан с горячей. Посмотрим, что получится. Жидкости перемешались, то есть потому что горячая вода стремилась наверх, а холодная вода стремилась вниз. И теперь у нас получилась вот такая вот коричневая смесь. То есть конвекция работает. Подписывайся на мой инстаграм, чтобы смотреть больше таких опытов.